Всех снова приветствую, вы как всегда на канале Седой Инвестор, здесь обозревается тема финансовой аналитики в криптосфере, и сегодня будем продолжать разбирать альткоины с нашего телеграм-канала, заявки на которые вы собственно оставляли. Ваши предложения, а также дополнения к следующему разбору криптовалют можете оставить в комментариях под этим роликом, ну либо переходите в описание, далее ищите ссылочку в наш телеграм-чат, я там обычно бываю постоянно. А также хочу поблагодарить всех зрителей, которые ответили на мой вчерашний вопрос и оставили довольно позитивные комментарии. Очень круто то, что мои ролики помогают вам зарабатывать. Ну, в общем, давайте приступать к новому разбору вашей криптовалюты. Итак, первый актив, который меня просили разобрать, под названием Solana. Очень важный момент, не Solana, а Solana. Это у нас совсем разные проекты, но имеют, как ни странно, один и тот же блокчейн. Собственно, под названием Solana. Я про него мало что знаю, да и к тому же техническая часть оставляет желать лишь лучшего. Актив довольно свежий и какой-то технической составляющей абсолютно не имеет. К сожалению, я такие активы, а точнее такую техническую часть разбирать просто не умею. К сожалению, все как в казино, либо да, либо нет. Что касается перспектив данного проекта, также я лично не знаю. Поэтому могу лишь посоветовать изучать его фундамент, а также ознакомиться с его официальной страничкой самого проекта, ну и конечно же следить за его дорожной картой, так как купить его можно мало где. Это у нас получается биржа CoinX, MEXI, ну и из популярных DEX-площадка Radium. Все инвесторы, которые покупали его на самом начале, в данный момент в плюсе почти на 9000%. Могу лишь поздравить всех, кто изначально его покупал. Иксы просто бешеные. Что касается объемов торгов за последние 24 часа, минус 15%, в принципе они стоят на месте, но по чуть-чуть спрос падает. Вкратце, все на свой личный страх и риск, без технической составляющей я, к сожалению, не могу провести теханализ. Но это просто нелогично было бы. Далее проект Tether токен TRB. Цена актива на момент записи ролика составляет $111.86, произошел буквально недавно. Неплохой импульс в размере примерно 143%, и сейчас точно не стоит его покупать, так как риски уже намного выше, чем они были, получается, 2 мая. Этот актив я уже разбирал. На тот момент среднесрочные риски составляли примерно минус 31% коррекции. В случае, если бы цена актива пробила эту зону поддержки $32.67, она могла бы опуститься вплоть до зоны самого крупного накопления, это минус 58% потенциальная коррекция. Что касается сегодняшней ситуации, ну уже, так сказать, поздновато. Актив потихонечку выходит из своего медвежьего накопления. После таких сильных импульсов обязательно идет коррекция. Поэтому я думаю, она еще будет. Как минимум, первая цель минус 23%, это $84.92 зона поддержки. И последующая $58.74, минус 47% коррекция. Покупать на росте — это огромнейшая глупость. Поэтому стоит немножко переждать. Но в противоположном случае, если будет продолжение роста, то оно достигнет примерно $136. Последний из крупнейших зон сопротивлений, 23% роста может ожидаться. Готовы ли вы рисковать таким профитом, когда с другой стороны медали у нас есть не менее сильная коррекция? Я думаю, нет. Что касается маркетов, Binance, Coinbase, OKX, KuCoin, Gate, Hobby, BitGet, в принципе все централизованные самые популярные площадки. Ну и за последние 24 часа объем торгов увеличился на 8%, но в принципе он сейчас стоит на месте. Потихонечку идет затухание объемов. Впоследствии может, конечно же, привести к продолжению коррекции данного актива. Итак, идем дальше. Актив Zilliqa. Токен ZIL, цена актива на момент записи ролика составляет 2 цента. Среднесрочные риски, которые можно рассматривать, в размере минус 25%, это зона самого крупного накопления и очень хороший показатель. С технической составляющей то, что цена актива находится выше этой отметки. Что касается обратной стороны медали, в случае роста первая цель у нас получается 39% профита, что не является прибыльным, поэтому есть смысл ожидать последующую цель, а именно 4 цента. В этом случае цена актива вырастет на 83%, поэтому отталкивайтесь именно
от этой зоны сопротивления. А также не забывайте то, что основной медвежий цикл, а точнее основное накопление находится в этом объемном блоке, диапазон цен которого 2 цента и 1 цент соответственно. Плюс в дальнейшем вы должны рассматривать максимальную коррекцию вплоть до последней зоны поддержки. В этом случае с сегодняшней цены актив может скорректироваться на минус 90%, а это очень много. К сожалению, этот крупный объемный блок не последний, и когда киты захотят накапливать последний блок, вот этот самый мелкий, неизвестно, может быть в этом году, может быть в следующем, ну либо вообще никогда. Но последнее маловероятно, очень часто активы, точнее ценные активы, приходят к этим предельным значениям. Что касается маркетов, биржа Binance, Bybit, OKX, Abitco, CoinGate, Hobby, Bitfinex и MEXI. Самые популярные централизованные площадки, где торгуется данный актив. Из DEX у нас есть PancakeSwap, ну и с остальными можете ознакомиться, перейдя в описание моего ролика. За последние 24 часа объем торгов никак не скорректировался, не увеличился, поэтому спрос стоит на месте. Идем дальше, следующий актив под названием EPX, полное название проекта Ellipsis. В данный момент есть потенциальное закрепление на последний из зон поддержек. Получается, есть перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 22%, но опять же, наверху у нас зона самого крупного накопления, она играет роль зоны сопротивления. В этом случае рост составит всего лишь 8%, что не есть прибыльным. В случае ее пробоя следующая стенка через 41% роста. Ну и третья, которую есть смысл рассматривать, это 110% роста. Но когда актив выйдет с полноценного медвежьего цикла, и не будет ли обновления прошлого дна, как это произошло у нас 13 апреля 2024 года, неизвестно. Поэтому риски высокие, довольно высокие. Повторяю еще раз, а что касается профита, особо здесь сейчас не заработаешь. Поэтому я бы вам рекомендовал последить за этим активом, посмотреть, как он будет реагировать на давление биткоина и в случае закрепления на последней зоне поддержки, да, есть смысл его накапливать вот в этом диапазоне цен. Зона самого крупного накопления и последняя зона поддержки. Что касается маркетов, Binance, KuCoin, Gate, MEXI, TKO, Gate и Bitru. В принципе, самые популярные централизованные площадки, где торгуется данный актив, ну и соответственно DEX тоже есть. Изучайте, учитесь работать с активами. За последние 24 часа объем торгов упал на минус 3%. В принципе, спрос стоит на месте. Токен BSV. Очень часто мы его с вами разбирали, это нативный актив DEX площадки под названием BSwap. Буквально на днях мы его покупали, точнее закупали в закрытом чате, и он уже, так сказать, дал небольшой импульс. Но опять же, именно сегодня потенциальная коррекция составляет минус 33%. А что касается роста, получается уже от сегодняшней цены на момент записи ролика первая цель составляет 67% роста, последующая 169% роста. По идее, даже сегодняшняя цена довольно прибыльная и приятная, которая имеет низкие риски и соответственно высокий потенциальный среднесрочный профит. Что касается долгосрока, тут уже на свой личный взгляд. Так как если мы раскроем график, ну, динамика у него довольно неприятная, именно долгосрочная. А для среднесрочного заработка актив, так сказать, прекрасный. Ну, точнее, его техническая составляющая. Купить его можете абсолютно везде, торгуется как на централизованных, так и на DEX-площадках. За последние 24 часа объем торгов увеличился почти на 400%. Спрос растет, то вследствие может привести к дальнейшему росту. Следующий проект под названием Magic Square, токен SQR. К сожалению, он также, как и самый первый сегодняшнего ролика, очень свежий, не имеющий никакой технической части, ну точнее она очень маленькая. И, к сожалению, ничего я вам рассказать про него не смогу. Единственное, с чем я могу вам подсказать, то что в данный момент он мало где торгуется, поэтому следите за официальной страницей данного проекта. Изучайте фундамент, ну и конечно же изучайте дорожную карту. Ищите даты листинга на остальные централизованные площадки, по-хорошему на Binance. И в случае будущего листинга есть смысл прикупить его за пару недель до этого события. Но вообще в день выхода данной новости актив уже начинает расти, как правило. Поэтому тут уже, так сказать, все на свой личный страх и риск. За последние 24 часа объем торгов упал на 13,5%. Спрос потихонечку падает, что в будущем может привести к дальнейшему падению цены актива.
Итак, далее у нас VeChain, актив под названием VIT. Его цена на момент записи ролика составляет 3,5 цента. В данный момент актив показывает восходящую формацию, что вследствие может привести техническую часть к полноценному бычьему циклу. В принципе, все предпосылки уже есть. Но накапливать его нужно было тогда, когда цена актива находилась либо в зоне самого крупного накопления, ну а также во втором из крупнейших объемных блоков. Сейчас для меня уже, так сказать, дороговато. Потенциальные риски, которые могут составить в размере минус 32%, в этом случае цена актива вернется к ближайшей из зон поддержек. В случае ее пролива максимальная коррекция, которая может составить минус 63%. Но в случае роста уже, так сказать, неизвестно, где актив остановится. Скорее всего, это будет происходить вот в этих канальчиках для дальнейшей консолидации. Ну а то есть такие места называются флеты. Такое событие происходит, когда цена актива зажата между двумя крупными зонами сопротивления и поддержки. Поэтому, что касается долгосрока, в принципе, довольно неплохая техническая составляющая, но откупать нужно именно зоны поддержки глобальные. И при этом же не забывайте, то что риски по нему тоже сверхвысокие. А что касается среднесрока, нет смысла его рассматривать, на сегодняшний день есть более перспективные активы. Торгуется он на площадках таких как Binance, Coinbase, Abit, KuCoin, Gate, Hobby, Bitfinex, Mixi, Crypto.com. В принципе, на всех централизованных площадках, ну и соответственно DEX тоже есть. Ищите, изучайте. За последние 24 часа объем торгов стоит на месте, минус 2% коррекции. Идем дальше. Далее у нас актив под названием HashBar. Проект называется Hedera HashGraph. Цена актива на момент записи ролика составляет 11 центов. Есть предпосылки на выход в полноценную бычью фазу, но опять же, что касается среднесрочных целей, риски довольно невысокие, с одной стороны, так как основное накопление у нас идет в диапазоне цен между 8 центами зона поддержки, ну и соответственно следующая зона поддержки 5,5 центов. Самый крупный объемный блок, ниже которого также есть накопление. И оно намного слабее своего предшественника, поэтому обращать на это внимание. Так как максимальная коррекция по этому активу может составить минус 91%, а это просто гигантская коррекция. Потерять можно абсолютно все. Но что касается роста, первая остановка у нас получается через 13% и последующая через 54%. Ну, посредственный профит. Это что касается среднесрочного заработка. В долгосрок, опять же, все на свой личный страх и риск. Изучайте фундамент, дорожную карту и так далее. Единственное, с чем я могу вам помочь, это разобраться, где его прикупить. Маркеты указываются в описании ролика, повторяю. Это у нас Binance, Coinbase, Bybit, OKEX, Abit, KuCoin, Gate, Hobby, Mixi. Ну и скорее всего тут есть также DEX-площадки. В общем, изучайте, проверяйте, выбирайте интересующую вас. Ну и соответственно самую удобную, где вы хотите хранить либо торговать данным активом. За последние 24 часа объем торгов упал на 56,5%, что в будущем, точнее в ближайшее время, может привести к его падению цены. Вот такие вот дела. Спрос падает, в общем. Идем дальше. ActiveOne. Название проекта Harmony. Его цена на момент записи ролика составляет ровно 2 цента. Есть потенциальное закрепление на зоне поддержки 1,71 цента. В этом случае коррекция среднесрочная составит минус 16%. Максимальная коррекция, которую можно ожидать, это минус 56-55%. В этом случае цена актива достигнет зоны самого крупного накопления. В противном случае есть перспективы на продолжение роста вплоть до 62%. Это тот самый минимум, по которому я рекомендую отбирать среднесрочные активы. Поэтому вполне съедобно. Но что касается случая пробоя, точнее второй цели, это 4,8 цента. В этом случае цена актива достигнет 138% профита. Уже довольно интересные иксы. Но что касается потенциальной коррекции, обратите внимание, то что зона самого крупного накопления находится на минус 55% коррекции. Это очень много. Риски являются высокими. Ну и с другой стороны, есть все предпосылки на закрепление в зоне поддержки 1,7 цента. Что же получается нам делать? С одной стороны, коррекция может составить очень и очень много,
Но и с другой стороны, цена актива может не скорректироваться ниже минус 16% коррекции. Я вам рекомендую дождаться, когда цена актива пойдет на ретест в ближайшей зоне поддержки, сделать первую покупку, точнее сделать первую сделку, а далее смотреть, как цена себя поведет. В случае закрепления, да, есть смысл дальше его накапливать, а в случае коррекции ожидайте, когда цена актива приблизится к зоне самого крупного накопления, и там должно быть ваше усреднение будущее. С другой стороны, если будет рост, вы просто заберете свой профит. Такие дела. Маркеты, где он торгуется, биржа Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate, HobbyMexi, BitGet и так далее. Что касается объемов торгов, они снизились за последние 24 часа на 12,34%. Спрос потихонечку падает, что в ближайшее время может привести к его коррекции. Итак, актив Zen. Полное название проекта Horizon. Цена актива на момент записи ролика составляет $9.01. Есть потенциальное закрепление на зоне самого крупного накопления $8.48. Получается, первая коррекция у нас на зоне, опять же, самого крупного накопления минус почти 6%. В случае ее пробоя максимальная коррекция может составить минус 43%. В принципе, адекватные показатели риска. Что касается роста, первая стенка у нас через 31%, низкий показатель профита, поэтому есть смысл ожидать последующую цель, а именно $18.75. В этом случае цена актива вырастет на 109%, а здесь уже, так сказать, прибыль есть. Среднесрочные риски невысокие, у нас есть последняя зона поддержки $5.09, в этом случае коррекция может составить всего лишь минус 43%. А в противном случае есть смысл ожидать вторую цель 109% профита. Да, однозначно я сегодня могу сказать ему да. Техническая часть не худшая и профит адекватный. Это что касается среднесрочного заработка. Долгосрок, опять же, покупаем, докупаем, усредняем и будет нам счастье. Но вы должны понимать то, что это все лишь мои мысли и ни в коем случае не финансовая рекомендация. Что касается маркетов, Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, Gate, HobbyMexi и так далее. Изучайте, проверяйте и выбирайте интересующую вас площадку для торговли с данным активом. За последние 24 часа объем торгов увеличился на 22%. Спрос потихонечку растет. Итак, далее у нас Lina, полное название проекта Linear Finance, довольно неплохая техническая часть, и риски здесь получается составляют максимальный минус 42%, адекватные показатели риска. А вот что касается роста, первая цель может ожидаться, когда цена актива достигнет зоны самого крупного накопления, в этом случае цена актива вырастет на 205%, высокий показатель профита среднесрочного. В случае ее пробоя следующая цель может ожидаться через 471% профита. Да, техническая часть отличная, потенциальные риски адекватные, профит очень большой. Актив можно рассматривать как и в долгу, так и в среднесрок, поэтому тут уже выбирайте. Но также не забывайте то, что вы одни и те же активы можете распределять на два портфеля, как на среднесрочный, так и на долгосрочный. Маркеты, где можно его прикупить, Binance, KuCoin, Gate, HobbyMexi, BitGet, TKO и так далее. DEX площадки также есть абсолютно все. PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, ну в общем все самые популярные. За последние 24 часа объем торгов никак не сдвинулся, всего лишь плюс 3%. Спрос стоит на месте. Отличное время для того, чтобы начать его накапливать, либо усреднять ранее купленные позиции по нему. Идем дальше. Следующий актив под названием Alpine. Это у нас получается фан токен, в простонародье фантик. Цена актива на момент записи ролика составляет $1.83. Техническая составляющая вроде бы неплохая, но опять же меня беспокоит последний объемный блок. Получается, потенциальная коррекция может по нему составить минус 44%, но опять же, будет ли закрепление на этой зоне поддержки $1 ровно, неизвестно. В противном случае рост первый может составить в размере 16%, что не является прибыльным, вторая цель плюс 36% и только третья цель
может дать профит в размере 77%. В общем, риски высоковаты, профит низкий. А что касается долгосрока, но опять же, все на свой личный страх и риск. Я точно обойду его стороной. Что касается площадок, Binance, KuCoin, GateMaxi, BitGet, TKO, в принципе, можно прикупить его на любой централизованной площадке. За последние 24 часа объем торгов упал на 34%, что вследствие может в ближайшее время привести к пробою последней из зон поддержек, ну точнее последних и самых крупных. А как будет вести себя цена актива в последнем объемном блоке, мы не знаем. Поэтому риски, я бы сказал, не высокие, а сверхвысокие. Далее, актив под названием Bitcoin Cash. В данный момент его цена составляет $484. И его в данный момент точно нет смысла рассматривать для среднесрочного заработка. В закрытом чате мы выкупали вот этот весь объемный блок. Фиксировали его на первых импульсах, но актив пошел дальше в рост. Поэтому я всегда вам говорю, если вы фиксируете актив, то делайте это хотя бы 90 на 10, чтобы остальная часть могла также дать небольшой профит. Также есть и другие способы фиксации прибыли. Допустим, вы выводите только тело инвестиций. Это сумма, которую вы вложили в данный актив, а остальное оставляете в долгосрок. Получается, с тех рекомендаций актив вырос на довольно неплохие иксы, а сейчас его точно нет смысла покупать. Ожидайте потенциальную коррекцию, которая может составить как минимум минус 28%, и впоследствии коррекция может еще дойти до зоны самого крупного накопления, это минус 48% коррекции. В общем, сейчас лично по мне он находится на локальных хаях. На сегодняшний день есть более перспективные активы, у которых среднесрочный профит намного выше, чем у Bitcoin Cash. В случае, если цена актива пробьет кучу зон сопротивлений, получается первая $544, вторая $608, третья $673 и третья $739. Это всего лишь 51% профита. Я не думаю, то, что вы готовы рисковать своими вложениями ради такого заработка. Поэтому есть смысл разобрать другие активы. Ну а что касается маркетов, биржа Binance, Bybit, OKEX, Bybit, Kraken, KuCoin, в принципе, все самые популярные. Еще раз извиняюсь за то, что я заговариваюсь, какие-то звуки либо буквы могут пропускаться мной. Говорить приходится очень много, и, к сожалению, речь у меня не идеальная. Как и у каждого человека, есть свои дефекты речи. За последние 24 часа объем торгов увеличился на 21%, спрос потихонечку растет. Далее у нас токен Atlas, полное название проекта Star Atlas, насколько я помню, это у нас игровой токен. И Star Atlas — это одна из самых популярных игровых площадок. Но что касается его технической составляющей, есть ближайшая зона поддержки, зона самого крупного накопления. Скорее всего, коррекция дойдет именно до этой точки. Минус 28% коррекции может ожидаться. И максимальная до последней зоны поддержки минус 67% коррекция. Довольно высокие показатели риска. Но что касается роста, первая стенка у нас через всего лишь 10% профита, что не является вообще прибыльным. Поэтому есть смысл ожидать следующую цель, это 89% профита. Ну, довольно неплохо. Но опять же, я бы на вашем месте ожидал, когда максимальная потенциальная коррекция будет составлять не выше минус 40-45%. Это получается, цена актива должна пробить зону самого крупного накопления и войти именно в эту зону консолидации. Но с другой стороны, вы можете сделать свои первые сделки на зоне самого крупного накопления, а также ожидать его для усреднения в случае продолжения коррекции, когда цена актива приблизится к последней зоне поддержки. Это мои личные советы, не более. За последние 24 часа объем торгов просел на 30%, что вследствие может привести в ближайшее время к коррекции. Ну и как бы с первого дня жизни актива он скорректировался на минус 95% коррекции. Представьте, что сейчас думают первоначальные инвесторы. В случае покупки вы можете это сделать почти на всех централизованных площадках, за исключением Binance, поэтому изучайте дорожную карту, и в случае листинга на эту площадку будет смысл рассмотреть его для среднесрочного заработка. Далее актив под названием DVI, Division Network,
полное название проекта. Его цена на момент записи ролика составляет 2 цента. Есть риски в размере -61%, высокий показатель риска, поэтому есть смысл ожидать продолжения коррекции, когда она будет составлять не выше -40-45%. Но с сегодняшней цены в случае разворота среднесрочный профит может составить в размере 101%, это первая цель, и последующая, которую есть смысл рассматривать, это 264% профита. Довольно неплохие показатели роста, но что касается его сегодняшней цены, опять же, я бы ждал коррекцию. Еще примерно на -27%. В этом случае можно будет выхватить довольно неплохие иксы. Первая цель — это у нас 177% профита, а вторая — 404% профита. Поэтому моя личная рекомендация, точнее мой личный совет, — ожидайте продолжения коррекции. И делайте свои первые покупки именно вот этой зоне. Цена которой составляет ровно 1.5 цента. Что касается площадок, где можно его прикупить, к сожалению, на бирже Binance, либо к счастью, его нету. Что касается площадок, где можно его прикупить: Gate, Mixi, BitHump, ну и DEX-площадка типа PancakeSwap. Объемы торгов за последние 24 часа увеличились всего лишь на 4%, спрос стоит на месте, ну и так как его нету на бирже Binance, изучайте его дорожную карту, и в случае выхода новости о листинге есть смысл, точнее будет смысл его прикупить. Опять же, для среднесрока. Объясняю для тех, кто не понимает, о чем идет речь, о листингах. Если у актива в дорожной карте есть дата листинга, допустим, на биржу Binance, либо эта новость появляется, то всплеск трейдеров, ну и соответственно вся ликвидность актива увеличивается в гигантских размерах. Ну и соответственно вы можете поучаствовать в этой спекуляции, ну а точнее в будущем. С первоначальных цен она упала на 54%. Опять же, для первоначальных инвесторов это большая боль. Конечно же, не 90%, но -54% коррекции, когда вы вкладываете в проект с целью его развития. Больновато видеть такой пинел. Токен Cake. Его цена на момент записи ролика составляет $2.70. Есть среднесрочные риски в размере -27%, и максимальная коррекция, которая может составить, при условии, если цена актива скорректируется до последней зоны поддержки $1.07, коррекция может составить -60% сегодняшней цены актива. Поэтому я считаю сегодняшняя цена, точнее точка входа, не лучшая для среднесрочного накопления либо усреднения, в зависимости от купленных ваших ранее позиций. Актив среднесрок может показать довольно неплохие иксы, но именно сегодня вы должны рассчитывать на две потенциальные коррекции. Первая может составить -27% и последующая -60%. Но в случае роста первая стенка у нас, ну точнее вторая, это как ближайшая буквально через 2-3%, 74% роста. В этом случае цена актива достигнет зоны сопротивления $4.65. Последующим, а точнее вторая цель, 140% профита. Здесь уже довольно приятные иксы. Если вкратце, я считаю то, что Кейк потихонечку восстанавливается, нашел свою новую зону консолидации после очень сильной коррекции по нему. Ну и основное накопление происходит именно в последнем объемном блоке. Именно вот здесь вот засело огромное количество китов. Но единственное радует то, что с первоначальных цен актив получается до сих пор в профите на 96%. На самом деле, даже несмотря на гигантскую коррекцию, актив в долгосрок показывает отличнейшую ценовую динамику, в отличие от предыдущих, которые с первоначальных цен падали наоборот на -96%. Актив живой, техническая составляющая неплохая, но и в долгосрок есть смысл его накапливать. Что касается его объемов торгов за последние 24 часа, они просели почти на -28%, спрос потихонечку падает. Маркеты — абсолютно везде можете его прикупить, как на централизованных, так и на DEX площадках. Поэтому, чтобы его купить, у вас проблем точно не появится с этим. Идем дальше. Итак, далее у нас Хук. В данный момент цена актива составляет 89 центов, и я точно не могу рекомендовать его для среднесрочного накопления. Так как, во-первых, цена актива пробила последнюю из зон поддержек самых крупнейших, а также она вышла из крупнейшего объемного блока. Получается, ей среднесрочные перспективы в размере -20% коррекции, но опять же, неизвестно, будет ли закрепление на этом уровне. Так как ниже данного объема у нас есть пустые объемы, вплоть до
-88% коррекции сегодняшней цены. Риски сверхвысокие, поэтому тут уже как бы на свой личный страх и риск, но я однозначно обхожу его стороной. А что касается маркетов, если все же у вас есть желание его прикупить, то переходите в описание ролика, ознакомьтесь. Но для вас продублирую, самые популярные — это Binance, Bybit, Gate, Mexi, BitGet, TKO и BinX. Ну а также централизованные площадки типа PancakeSwap тут тоже есть. За последние 24 часа объем торгов просел на -29%. Что вследствие может привести к ближайшей коррекции. А также не забывайте то, что с первоначальных цен она провалилась на 60%, а то есть долгосрочные инвестиции тут точно нет смысла рассматривать. Такие дела, идем дальше. Далее у нас монетка Alga, проект Algorand, довольно сильная техническая составляющая, но и фундамент также не менее слабый. Проект имеет собственный блокчейн, и это не может не радовать. Его цена на момент записи ролика составляет 19,5 центов. Есть перспективы на среднесрочную коррекцию в размере -22%. Уже есть довольно крупное закрепление на этой зоне поддержки в размере, получается, почти месяца, 24 дня быть точнее. И есть все предпосылки на консолидацию именно в этом диапазоне цен. 22 цента зона сопротивления и зона поддержки, в нашем случае это зона самого крупного накопления, 15 центов. Именно в этом диапазоне цен есть смысл его накапливать. А что касается профита, нет смысла ожидать первую цель, так как она у нас находится через 13% роста. А вот 84% профита, достижение цены до следующей зоны сопротивления 36 центов, есть смысл рассматривать. Ну и также можете поставить ордер на продажу еще на третью стенку 50 центов. В этом случае профит сегодняшних цен составит 156%. Довольно неплохие иксы и риски, не сказать то, что высокие. Все относительно адекватное. Что касается маркетов, биржа Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Abit, Kraken, KuCoin, Gate, Huobi, ну и собственно так далее. За последние 24 часа объем торгов просел на 9,86%, спрос потихонечку падает, и с первоначальной цены он просел на 94%. Да, долгосрочные инвесторы негодуют, поэтому есть смысл рассматривать его только в среднесрок. Такие дела. Идем дальше. Reef. Наконец-то мы дошли до этого актива. Многие ждали разбор по данному токену. У нас есть потенциальное закрепление на зоне самого крупного накопления, поэтому есть смысл рассматривать потенциальный заработок. Первая стенка через 30% профита примерно, что не является прибыльным, а вот уже достижение второй зоны сопротивления. В этом случае цена актива достигнет 106% роста. Прибыль тут уже имеется, поэтому есть смысл обращать внимание, точнее рассматривать именно вторую цель. Ну и конечно же последующую, которая может достигнуть до 184% роста. В случае коррекции максимальная, которая может ожидаться, это -46% падения. Риски высоковатые, чуть выше нормы, ну и профит соответственно высокий. Да, риф есть смысл рассматривать для среднесрочного накопления, что касается долгосрока, но опять же все на свой личный страх и риск. Неизвестно, как поведет себя актив в этом бычьем цикле. Что касается маркетов, биржа Binance, KuCoin, Gate, Huobi, Mexi, BitGet, да в принципе все централизованные DEX-площадки имеются в списке. Объемы торгов за последние 24 часа просели на 18%, что вследствие может привести к ближайшей коррекции. Вообще, если мне не изменяет память, биржа Binance собирала его делистнуть, но торгуется, и ничего страшного с ним пока что не происходит. Итак, идем дальше. Следующий актив под названием Акра. В закрытом чате мы забирали профит в размере примерно 200% профита. Кстати, если подписчики закрытого сообщества меня также смотрят, то буду рад вашим комментариям с вашим прошлым профитом по этому активу. Что касается сегодняшней ситуации, ну, риски высоковатые. С одной стороны, есть потенциальное закрепление на ближайшей зоне поддержки, но максимальная коррекция может составить примерно -46%. Поэтому дождитесь, когда потенциальная коррекция будет составлять не выше -35-40% по этому активу, и можете по этим ценам делать свои первые покупки, ну либо усреднять его. А что касается среднесрочного заработка, ну сегодняшних цен особо не заработаешь. Первая стенка у нас через 22% роста, поэтому есть смысл ожидать последующую, которая будет составлять 70% профита. Риски высоковатые, но в принципе адекватные.
интересное. Поэтому для среднесрочного заработка есть смысл его рассматривать. Но также не забывайте то, что основное его накопление происходило в этом объемном блоке, и в закрытом чате мы выкупали весь этот объем. Но в случае, если вы все же решите его покупать, то биржа Binance, CoinGate, HobbyMixi, BitGet и остальные помогут вам это сделать. Спрос за последние 24 часа очень сильно вырос, что вследствие может привести к ближайшему росту данного актива. Итак, далее у нас токен Aki, проект Aki Network. К сожалению, ничего по нему сказать сейчас не могу, так как актив довольно свежий, а также буквально недавно было обновлено его дно, не сильно, но все же. Объемный блок был пробит. И будет ли закрепление на последней зоне поддержки, неизвестно. Необходимо дождаться, когда цена актива вернется в последнюю зону поддержки, сделает ретест с последующим отскоком, а также с дальнейшей консолидацией. После этого надо будет провести еще раз технический анализ. Пока что точно нет. Техническая часть ужаснейшая, и огромные зоны сопротивления у нас наверху. Обращать на это внимание. Маркеты, где можно его прикупить? Ну, мало где он торгуется. Bybit, Gate, Mixi и остальные я, к сожалению, не знаю. Никогда ими не пользовался. Следите за дорожной картой, а также за официальной страничкой проекта. Ожидайте даты листинга на другие крупные площадки. Ну и также не забывайте то, что торгуется он лишь в одной сети – Polygon. За последние 24 часа объем торгов просел на 25,5%. И с первоначальных цен актив упал на 79%. Его дно постоянно обновляется. То есть идет глобальное падение по нему. Вкратце, если рассматривать этот актив долго, непонятно, где будет его точное дно, так как оно постоянно обновляется. По нему так-то еще медвежий цикл полноценно не начался. Как по мне, точно нет. На сегодняшний день есть более перспективные активы. Альпака. Давненько мы ее не рассматривали. Данный актив торгуется почти на всех централизованных и DEX площадках. Его цена на момент записи ролика составляет 17 центов. Есть перспективы на коррекцию в размере минус 7,5%. В этом случае цена актива достигнет зоны самого крупного накопления. Ну и максимальная коррекция, которая может по нему произойти в ближайшее время, это всего лишь минус 26% коррекции. Довольно низкий показатель риска. Но в случае роста первую стенку, к сожалению, актив затронет через 13%, что не есть прибыльно. Вторая стенка через 53% роста, тоже маловато. Но вот уже третья 93% профита. В общем, если вы рассматриваете данный актив среднесрок, вы должны понимать то, что риски низкие, да, согласен, но и соответственно профит тоже невысокий. Тут уже как бы на свой личный взгляд. За последние 24 часа объем торгов упал на 31%, что вследствие может привести к ближайшей коррекции цены данного актива. А с первоначальных цен актив упал на 97-98%. Очень и очень больно. Конечно же, долгосрочным первоначальным инвесторам. Жесть просто. По нему медвежий цикл, получается, идет с первого дня существования актива. Лишь в даты листинга был небольшой импульс, да, в 2021 году, а после, к сожалению, шло лишь падение. Выглядит, конечно же, как с камина, но с другой стороны фундамент есть. Довольно интересная площадка со своим плечевым стейкингом. То есть, кого это интересует, переходите на официальный сайт и ознакомьтесь. Изучайте его фундамент. Но опять же, мы же здесь, чтобы заработать, поэтому сегодня, ну я точно могу сказать, этому активу в долгую нет. В среднесрок, да, можно немного заработать, но опять же, риски низкие, ну и профит, соответственно, тоже низкий. Такие дела. Идем дальше. Атом Космос, последний на сегодняшний день. Ничего про него не скажу про средний срок. Рекомендую накапливать его исключительно в долгую. В данный момент по нему идет глобальное накопление. В диапазоне цен $13.82, зона сопротивления, зона поддержки $6.56. В этом промежутке есть смысл его накапливать. Есть ретесты зоны поддержки $6.53 и не одни. Лично я считаю то, что актив покажет себя отлично именно в этом промежутке бычьего цикла по биткоину. Опять же, если же биткоин будет расти дальше. В средний срок нет смысла его рассматривать, так как расстояние между зонами сопротивления слишком маленькое, и даже если цена актива пробьет, допустим, 3-4 зоны сопротивления, это всего лишь 50% роста. В долгу, да, есть смысл его накапливать. Если будет сильная коррекция по космосу, я только за. По сути, очень сильная похожая ситуация
Вот с этим же объемным накоплением то же самое происходит и сейчас. Уже получается на протяжении 720 дней. А в 2019 году, после примерно такого же накопления, импульс составил примерно 590% роста. Ну, в общем, посмотрим, что гадать. Есть смысл его рассматривать для долгосрока, а в среднесрок точно нет. Маркеты, можете купить его абсолютно везде. В принципе, торгуются как на DEX, так и на централизованных площадках. Что касается объемов торгов, за последние 24 часа они снизились на 20%. Спрос потихонечку падает, что в ближайшее время может привести цену актива к коррекции. Но опять же, у нас есть очень крупная зона поддержки. $6.53-52 примерно. В долгосрок, смотрите, отличнейшая позитивная динамика ценовая. С первоначальных цен он до сих пор в профите на 43%, в отличие от некоторых активов, которые мы сегодня с вами разбирали. Так, ну собственно все, все активы с ваших заявок я разобрал, проделал очередную титаническую работу. Все маркеты указаны в описании ролика, также пользуйтесь тайм-кодами. Вам не обязательно смотреть весь ролик до конца, я прекрасно понимаю то, что эти ролики очень душные, но здесь финансовая аналитика. У меня не развлекательный канал. Если вы ищете что-то более веселое, то, к сожалению, это не ко мне. Вы представляете, если вам сложно смотреть мои ролики, то как сложно их создавать? Задумайтесь об этом. Я провожу очень большую работу. Надеюсь на ваш отклик в виде лайка, комментария, ну и, собственно, подписки на этот канал. Всем до следующей встречи. Всем пока.